Ну и всем снова приветствую, снова азартный хитл 25. И сегодня мы поиграем в такую карту, как QWERTY. QWERTY. И она переводится. Я уже немножко поиграл, дошел только до 10 уровня. И в конце мне тупо я застрял. Так. Все. В карте разум, короче, надо обращать внимание на комнату, хорошо подумать и, ну, короче, это карта на логику. Первое испытание. Белый и пушистый. Можно ломать паутину. Да. Там написано «можно ломать», да? И вот в чем прикол, то, что там тут написано, внимательнее читайте, «можно ломать». А я пока ломать не буду, мне надо активировать вот вам ту плиту. Если что, карта будет в описании. Давай. Ах ты, блин. Эй. Ну, в общем, в чем смысл вот этого уровня? Вы должны сломать эту паутину, сделать шерсть и забраться туда. А как это сделать? Короче, в этом сундуке будет две... Так, я даже не буду пока говорить, чтобы вы ничего не поняли. А вот это как вы думаете? Так. Давайте, вот, петь. Ай, блин, сюда никак не забраться. Давай, блин, я же забирался как-то. Так, вот так. И от винта! Ай, эй. Так, стойте, я понял, кажется, как. И раз, два, три. Ай. Ну, короче, там написано, можно ломать. Так, возьмем, пожалуй... Ну, в общем, в чем суть? Вот. В первом задании надо тупо... это самый легкий уровень считается. Ну, тут, как вы видите, есть паркурчик. Да, вот. Там открывается, ему нужно добежать. Да, вот удочка. И теперь забираем вагонетку. Так. И в вагонетке два железных слитка. Теперь мы должны нарубить дерево. Вот тут сам смысл, что надо долбить пол, потому что, смотрите, там специально бедро поставлен, чтобы мы не смогли убежать, видите? Вообще тут не должен стоять бедро, потому что это такой уровень. Но тут специально поставили, видите, чтобы мы не смогли продолбить. А через бедро, чтобы мы не пробрались. Так, ну и вот, крафтим верстак и палочки. Тут вообще... как бы испытание с выживанием таким тоже. Это прикольная карта, потому что тут можно и выживать, и развиваться. И тут надо, самое главное, думать очень внимательно. Вот, проходим дальше. Теперь второй. Ощутимый вес. Ломать ничего нельзя. Вообще ничего, поняли? Теперь, смотрите. Если мы нажмем вот сюда... Откроется вот эта вот штука. А если сюда, то... Эй. Блин. Вот. И... А, да, вот, лазурит взяли. И следующее, что нам надо взять, это в том сундуке. Эх ты, блин. Кстати, а не, блин. Вот, все. Теперь у нас 5 штук. И следующее, тут схема не доделана немножко. И вот тут схема тупо не доделана, потому что когда мы кидаем вот сюда бумагу, то мы должны открыть вот этот вот сундук. А когда мы кидаем лазурит вот сюда, мы должны открыть вон тот сундук. А это не работает из-за того, что там, короче, рисунок тупо не доходит. Я уже играл, и у меня тут не получилось тупо пройти вообще. Так, забираем. Вот именно этот уровень не очень продуман. Тут бумага вообще не нужна. Она тупо нужна была, чтобы кинуть вот сюда вот. А тут никак нельзя. Теперь крафтим два блока лазурита и выбираемся отсюда. Так. Вот два блока лазурита. Можно забраться хоть как. Я заберусь вот так вот. И вот когда вы проходите к другому уровню, у вас... уже забираться. Тут я уже знаю, как ходить.
Ну, потому что я проходил уже. И тут, короче, в шахматах надо понимать. А я вообще не понимаю, так что я наобум шел. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. И все, вот, мы прошли. Так, дальше. Четвертый этап, цветник. Ломать ничего нельзя. И вот самое главное, надо обращать на все, что можно. Так, теперь считаем, сколько тут роз. Считаем все прям. Так, сколько тут всего? Ну, я уже знаю, как тут. Короче, проходим. Дальше. Там надо запомнить самое главное. Четвертый этап. Против течения. Можно ломать вагонетку. Там написано, можно ломать. Но мы пока не будем ломать пока. Вот так сделаем. И вот так вот. Теперь крафтим вагонетку. Я уже знаю, в чем смысл этой игры. И вот, что же тут надо сделать? Кинуть вот эти два изумруда. И все, вот тут прошло. И, в общем, надо идти так. Тут вода прошла. Если она не успеет пройти. Ну, короче, она должна успеть пройти. Вот так вот. И давайте проходим. И вот, все. Мы прошли. Теперь можно скрафтить блок изумруда и забраться наверх. Тут такая схема прикольная. Так вот. И все. Так, проходим дальше. Вопросы и ответы. Вот тут уже надо... Надо было мыслить. Там 8. Ой. Блин. Ответ неверный. И тут, короче, есть штрафной уровень, если вы неправильно ответите. Блин, я забыл, там надо в середине нажимать. Штрафной этап это жестко. Потому что тут надо паркурить. Тут паркурить не очень легко, потому что тут потолок, самое главное, маленький. Ей, нечестно. Ну, короче, пока я буду проходить этот паркур, лучше я остановлю запись, потому что это очень долго, поверьте, я уже столько раз проходила. Так, ну мы продолжаем, когда я дошел до конца, у меня почему-то зависло и крашнулся Майнкрафт. Я не знаю, из-за чего это, вот сюда я дошел, так, вот сюда. Вот, а теперь надо опять говорить, сколько штук. Вот, верный ответ. А вот тут уже я тупо наобум действовала. Вот. Сейчас я тоже наобум, если что. Так, дальше идем. Это четвертый, меткий выстрел. Можно ломать камень, гравий, паутину, руду, древесину. Древесину абсолютно любую, и руду тоже абсолютно любую можно делать. Короче, так, подождите сейчас. Так, ну мы продолжаем. В общем, какая суть тут? Ой, подождите. Голод. Так, какая суть вот здесь? Знаете, смотрите, тут надо через лаву взять сундука вещи. Вон там сундуки. Так, все, мы все взяли. И вот это нам все пригодится не для лука, а для удочки. И с удочкой мы уже будем начинать развиваться. Вот. Давайте, вот так вот. И все, вот так. Пошел. Пошел серый. Вот. И вот все. Вы думаете, это все? Что мы зря это все делали? Нет, тут есть вот такая вот. Кстати, хорошо украшено, скажите. Поставьте лайк за эту красоту. Ой, да. Теперь нам надо нарубить дерево. Надеюсь, вы меня слышите, потому что я, не знаю, у меня в прошлом видео не было слышно. Так, мы продолжаем. Рубим дерево. Для... Сейчас нам нужно накопать
него тут гравий один. Еще нам надо накопать булыжника, сделать себе, ну как это, сделать себе из камня кирку, чтобы накопать железо. Еще из камня надо сделать, еще из камня надо будет сделать печку, чтобы расплавить это железо. А железо мы будем расплавлять досками. Так вот, давайте нарубим всего понемногу. Теперь долбим камень. Вот это нельзя нарубить. А я хотел надолбить, но, блин, жалко, нельзя. Я бы себе железное что-нибудь сделал. Например, железный сервис. Но он бы все равно пропал, когда я туда залез. Так. Ну, проходим дальше. Проходим. Так, вот, как раз 11 булыжника. Тут всегда 11 булыжника должно быть. Должно получиться у вас 11, чтобы сделать вот это и вот это. Все. Теперь накопаем железо. И теперь печку. А пока это все делается, наверное, я включу музыку. How many times I have to say, drop the pick and walk away. Hey, whoa, don't mind at night. Don't mind at night. At that cave, and you're feeling kind of brave. Go to bed, you'll be alright. Don't mind at night. There's nothing that is gonna change if you just wait until the day. Zombies wanna eat your. Ну и так, мы сделали все, что нам нужно было. Теперь проходим дальше. Дальше. Этап 8. Медленная энергия. Можем ломать красные факела, красную пыль и красную руду. Ой, ну да, красную руду. Так. Делаем вот так вот. И... Стойте. Стойте, что мне надо сделать? А! Вот, блин, я забыл, что тут вот, по углам. Видите? Тут даже спрятанные есть. Выбрасывать или? Так, теперь крафтим железную кирку и добываем редстоун. И из рессона красные факела, которые нам понадобятся. Сейчас, короче, они нам понадобятся. Так, вот так. И вот. Теперь открываем двери и ставим в каждую сторону. И они потом откроют нам дверь. Давайте следующую откроем. И вот с последней дверью будет немножко не сладко, потому что тупо нам нужно вот этот факел сбить, потому что автор не продумал, потому что тут тупо не хватает. Так, им позже. Давайте зайдем в эту дверь, она открылась, и все, у нас не дальше. Дальше. Неспаханная грядка. Можно ломать только обсидиан. Дальше берем удочку и ловим рыбу. Вы не представляете, как это ужасно ловить рыбу. Короче, сюда надо две рыбки наловить целых. Ужас просто. Но пока я тут ловлю, я лучше включу музычку. Эндермен. Эндермен. Watch you now, why you turn something into nothing? Look, it's raining now. You better believe me, sir, I ain't bluffing. Gonna creep you now, but not creep like those green things that you often see. Come on, TNT, that don't bother me. I'm like Slender Man, do it properly. You saw me there,
Just one glimpse and I'm gone, but not for long, 'cause I bet you're scared. This town ain't built for two, just for one. Stay aware, 'cause I'm just chilling over here, not over there. I like to stare, 'cause I'm both your biggest fan and your worst nightmare. The truth is, 'cause this is my world. You better know, you better know. I won't stop 'cause I want your blocks. Just so you know, just so you know, just so you know. Like an Enderman. Enderman. Whoop, 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 whoop. Enderman. Enderman. Whoop, 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 whoop. Hey, hey, it's Stevie. Whoop, 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 whoop. Enderman. Hey, I am creepy. Whoop, 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 whoop. Truth is, 'cause this is my world. You better know, you better know. I won't stop 'cause I want your blocks. Just so you know, just so you know, just so you know. Like an Enderman. Прошли один этап. Мы прошли девятый этап. И сейчас десятый этап. Ледяное восхождение. Можно ломать руду и лед. Проходим. Так. Тут у нас есть ничего. У нас в сундуках у нас целая каменная кирка. Закрыто. Вот так. Я не могу этот лед сломать, потом смотрите почему. Айс шарды. У меня моды стоят. Так что я возьму просто воду. Вообще, она должна была будет разлиться. Вот. Все. Так. Ну и вот так. Добываем руду. Пока у нас еще один этап проходит, врубаем музыку! I don't know if you know, but I'm actually...
To nothing, look, it's raining now. You better believe me, sir, I ain't bluffing. Gonna creep you now, but not creep like those green things that you often see. Come on, TNT, that don't bother me. I'm like Slender Man, do it properly. You saw me there, just one glimpse and I'm gone. But not for long, cause I bet you're scared. This town ain't built for two, just for one. Stay aware, cause I'm just chilling over here, not over there. I like to stare, cause I'm both your biggest fan and your worst nightmare. The truth is, cause this is my world. You better know, you better know. I won't stop cause I'm one of your blocks. Just so you know, just so you know, just so you know. Like an Enderman. Enderman. Whoop, 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 whoop. Enderman. Enderman. Whoop, 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 whoop. Hey, hey, it's Stevie. Whoop, 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 whoop. Enderman. Hey, I'm creepy. Whoop, 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 whoop. Cause this is my world. You better know, you better know. I won't stop cause I'm one of your blocks. Just so you know, just so you know, just so you know. Like an Enderman. Ну и я думаю, на этом можно закончить. Мы прошли целые 12 уровней. А до этого уровня я еще не дошел. Так что с вами был Азартный Ситл 25. Всем удачи, всем до новых встреч. Всем пока.